что противник рядом. Или MSP не агрессор. горит, да. А, это из-за того, что в красной зоне пока еще точку не захватили. Матвей, давай, давай, давай. Один человек МСП отвози. Она не активна, чтобы была активна. Все остальные проходим дальше. Я возьму. На нас точка. Захватываем. Останьтесь. Я остался. Командир, уже поставь точку. Парни, 40-60, оттуда огонь идет. Ах, меня сняли. Молли, в доме. Занимайте здание, вот эти, занимайте, закрепляйтесь. МСП-ху увези ниже на этот сам. На 30 туда вниз увози. Там здание, между зданием прячь. Меня поднять нет, да, возможность? А, у меня голос. Командир, сейчас по дому сразу убегаем за дом. Двигаюсь вот так. Противник с леса проходит. Новый ралик будем ставить или оттуда вставать? Да. У нас МСП-ха красная. Так, где ФОБа? В каком доме вражеская? На отеле, в главном. Так сказали мне, иди туда ищи. Ребята, все проходим на точку. Сейчас точку будем просирать. Надо заходить на точку. Принимайте здание. Спасибо. Отбрасываем там смоки. И проходим. Сейчас. Слипи, сейчас подниму. Там слей наш. Фоба у меня здесь. Да не. Сейчас подниму сейчас. Все, уничтожили, она была не в отеле. Слипи, ползи сюда за дом. На метке. Все проходим на метку дальше. Проходим дальше на метку. В доме пулеметчик. Сейчас попробую что-нибудь с ними сделать. Это как? Арту задело. Офигеть. Там пулемет, блин. Кто на райке появляется, уходите сразу на нижние. С юга заходит, с юга.
Да, идут к нам. Снял. Пятерка сейчас на врага выйдет там. Двести двадцать оттуда. На 140 от меня бежит опять противник, вон там двое их. Одного убил, еще один там бежит. Он чуть левее уходит. Опа, да, рядом с трупом, там я одного убил, там еще один бегает. Бежит. Ох, их там трое. Там много противника, дымят. Гранат пошла. У них ралик от меня... От меня на 150, через дорогу дома. Да-да-да, прям идеальный метод. У меня выходит здесь. Близко уже к ралику подошли. Подошли близко к дому с раликом. Скоро отель будет заходить. Да нигде. Молли, прямо перед тобой сейчас будут удары. Пулемет работает. Кто-то обходите, и не надо его уничтожить. Сапёр, обходи. Они опять с востока заходят, обходят. Да. Снял одного. Сапер, обходи еще западнее, они там бегают, они тебя там примут. Да мы еще ближе к ралику идут. Угу. Ребят, ко мне в дом, можно пулеметчик? Тут прям хорошее место на моем, блядь, на моем трупе теперь. Сейчас подниму. Давай, будет лично. О, наши запилили верхнюю точку. Не вставайте, блин, сейчас всех подниму, сейчас. Да. Отлично. Смотри за дверью, смотри, сейчас вдруг зайдут. Иду к тебе теперь. Ух ты! Ох, меня вынесли, меня вынесли. И меня тоже. Гранаты или сейчас стрельнули, блядь? Я не знаю, какая-то фигня. Самолет. Самолет? И ралик тоже взорвали. Нас конечно, получается. Нас там... Мы уже только забрали, последний. А, на изи. Сейчас тикет и очень быстро падает. Изи. При том, то, что мы и так уже давно держим эту точку. Я тогда попробую обойти от того края, куда они идут. Их там он много на 120. Иди сюда, подлечу. Thank you. Ох, на мне противник.
Прямо на моем трубе. Метка. На метке, ребята, уже прошли. А, да, 220 от дома нашего. Где наш синяк Диам? Там противник заходит. В дом. Пионер, у тебя прям перед тобой сейчас двое будет. Отлично. Речку вижу, сейчас заеду. Постоянно едешь речкой. Там впереди метку танка поставили. Я знаю, никто, я спросил, актуально, не актуально, все молчат. Угу. Проезжай, Зенезина должна быть. Слышу танк вроде. Проезжай, проезжай. И сейчас берешь вправо резко. И влево потом, влево потом, влево, влево, влево. Прямо, прямо, прямо сейчас, прямо, прямо. Направо, направо. Дом перед тобой, в кусты прячь. Влево, 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 вот, вот, да. Высаживаемся. Кусты поставим СП, не ставь ее так. Все остальные высаживаемся, идем на метку. Как-нибудь там так застроились, блядь. Я да, в доме у них там много противников. Пока спрячьтесь, ребята, пока спрячьтесь. На мне ралик ихний. Пойди, давай за мной на ралик. Я вообще не понял. Что там, арта будет или нет? В доме, да, в доме. У них ралик вот где сейчас ихний синяк радист в этом доме. За изгородью противник сразу же от вас. Да, пошла. Шесть секунд ждите ралли. Главное, чтобы он сработал, чтобы пехоты не было близко. Там близко, за живой изгородью противник сработал. А, Кинг, если сможешь, подними Эрик, пожалуйста, а тут у нас француз тормознутый. Блин, обстреливает тут. Спасибо, ребят. Только не вставай, не вставай. Ну, спасибо. Лежи, сейчас отвечу. Меня слышишь, да, нормально? Да-да-да, слышу сейчас. Это срань не по... Вот этот, теперь, блядь. Пробуйте заходить. Пока.
пока мы никуда не двигаемся, радист, нам надо ралик так не близко. Проходим, ребят. В окна бросайте, да, они. Да, да. Эх ты, Антон, накрыло. Вставайте, сейчас ралики, погнали. Свои же, что ли, накрывают, не пойму? Да. Да вы им скажите, блядь. Сейчас подлечу, сейчас. Моли, Моли, переходи, сказали. Моли, переходи в атаку на виллу. Не шастай там. Кинг, все триггер, все зачистят мне виллу в середине. Займите виллу. Пулемет на втором этаже. Шастать по берегам. На самом верхнем этаже пулемет. Юзайте мне на него. Сука, там улёгся, блядь. Так где, на самом верху? А, вижу. Да. Ну я в него стреляю. Он стреляет, я не могу. Да его так тяжело выбить, он там прям укромное место занял. Юзайте вот эти смоки. Фосфор юзайте. Сейчас. Он ушел на крышу. Точка падает или нет? Там да, да. Командир, сейчас подумал. Все, на второй этаж прошли. Все, вилл чистая. С востока будут подходить, смотрите, примет. На крыше тут с танковые пулеметы, их укрепление может взорвать. Ох, у нас рядом скорый противник. И танк. Я выстрелил, что выстрел этого. Радис, давай за мной. Проходите, ралли, как конец. Я. Ай-яй-яй, точка белая. Они внутри. Проходим. Шел в трак. На моем трупе half track стоит, можно зажать. Уходите, поставил взрывчатку. Там никого нет. Все, сейчас им пизда. Валентин обратно. Ага. Я вроде убил того, кто меня. А, они снаружи. Где? Вокруг дома. По кустам сидят. Все, кто умер, встаем на этом. На верхней точке. На дефе? Да, на дефе. Все встаем на метках отпали, смотри. Радис, отойди пока. Уходи пока на метку, Радис, боком вообще. Там ралик надо отыгнуть. Радис, слышишь меня? Слышу. Ты не туда идешь. А, все, видел метку. Нам надо продержаться здесь. Нам надо продержаться, ребят. Пока они виллу заберут. Немец. Давай за мной. Метки атаки.
На мне, в центре, возле наших пулеметов. У вас сзади, смотрите, обходят. В центре. Что по точке, падает? Нет. Кто там рядом с пулеметом, смотрите, в центре, прям где сарай. Да, я пулемет занял, собственно. Передо мной много пересекает поле это. На мне прям на пулемете на рядом где-то был. О, много противников у меня. Там в кустах. Что по точке? Точка падает назад или нет? Поднимается наш, ну захват. Они здесь вдоль канала шли. Кинг, аккуратнее, я одного снял, вроде тишина. О, все, точку захватили. Кинг, сможешь поднять? Тебе на виллу, а Надежда. Спасибо. Сейчас будет камбэк, ребят. Ну, будет шикарно. Выходите, ребят. Выходим все на мет. Это не актуальная точка уже. Выходим, выходим. А с северо-запада от нашей точки. Забейте не на него. Это уже не актуально. Возвращаемся к машине. Пусть они сами ебутся. Радист. Кто умер, не возрождайтесь. Радист, главное, чтобы успел сесть, или все кто. Да, я бегу, бегу. Я нашел разу фобу. Блять, меня убили. О, минусом испиха наша. Танк стреляет по нам. Я ничего не сделаю, что могу сделать. Пригнись. Все. Один, блять, не поставить метку. Проходит, у него по линии проходит, ребята. Подумал. Фобу взорвал, ножик. Радист, давай за. Кинг, аккуратно, противник будет где-то слева от тебя в кустах. Или перед тобой он пронес только что. Джек, у тебя проблемы, да? Убил. Он один был. Больше никого нет. Аккуратно, там дыши еще бегают. Надо сделать камбэк точками, тогда я думаю пойти и там выиграем. Это так. А, вражеский танк к... А, это наш, не отставить это. Че, за немцы, да? Ага. Перепутал немножечко. Я подлечу всех, ребят. Спасибо. Thanks.
Встаем, ребята, на радио и заходим на деле. Заходим. Виллу отбили. О, где-то полик рядом. Да, да, справа. Базука работает, надо шлить ее. Базуку прикрывайте, ребята, прикрывайте базуку. Патроны, базуки подносите, у кого есть. Ребята, уходим все на точку. Медик, уходи на атаку. Ты так не убьешь, зачем ты бежишь за ним? Я прикрываю. Ты же сам сказал прикрывать базуку. Кроме меня некого было. Сосредоточьтесь по этому, по точке. Я его... Парни, танк слили или нет? Первый этаж, уходите быстрее. У меня динамит есть. Динамит, там ралик. Бля, ты не хочешь взрываться от ралика. Так, стоять, стоять. Дай подлечу. Где они? Базука, да, вы да, танк слили или нет? Говори мне, где он, и чтоб я танкиста наводил. Посмотрите на этого, Кин. Сейчас тащит пушку там. Алло, да, салай, да. Где там? Слили. Что? Слили мы. Слили, слили. Отлично. Я думаю, сейчас как точку возьмем, они, наверное, слиются. Я что-то так думаю, не знаю. Да ладно. Молодцы.